Привет, дорогие друзья! Сегодня хочу с вами поделиться очень классным моющим средством, которое отмывает все. Плитку на кухне, раковину, смеситель, столешню, в общем, все что угодно. Сделать его очень-очень просто. Для этого, как всегда, нам понадобится пищевая сода и любое средство для мытья посуды. У меня фейри, но это не столь важно. Любое моющее средство. 1 столовая ложка соды и немного, ну буквально, я думаю, средство я всегда беру на глаз. Теперь это все перемешиваем, делаем такую кашицу. Теперь нам нужно 1 столовая ложка воды. Теперь все, что нужно, нанести ее везде, где вы хотите отмыть, выдержать 20 минут и потом просто смыть.